На сегодняшний день, на сейчас вот готовим каток. Опять будет зависеть, когда он откроется, от погодных условий. Если будет весь день идти снег, то каток сегодня не откроется. Мы сегодня планируем его вычистить, и если снег прекратится, мы его планируем в ночь заливать. То есть опять же будет зависеть все от погодных условий. Вот сейчас лед готовится, уже очищается от снегопадов. То есть и сейчас ждем, трактор придет, будем очищать и дальше готовить лед к дальнейшей работе.